Your identification number is WKD4496. Welcome to your new home. Всем здорово, с вами Старпёр, и вы смотрите анонс прохождения Resident Evil Код Вероника X. Изначально я собирался проходить игру на Dreamcast, то есть просто Код Вероника без всяких иксов, но эмулятор консоли выдавал какие-то дикие показатели FPS, из-за чего игра работала слишком быстро. Пофиксить это я не смог, так что решил обратить внимание на версию для PlayStation 2, и, как оказалось, сделал это не зря. В Код Вероника X мало того, что слегка улучшена графика, так еще и почти 10 минут дополнительных CGI роликов. То есть эта версия игры более полная по сравнению с той, которую я проходил на Dreamcast когда-то давно. Настройки эмулятора вы видите на экране, и ничего необычного у них, в общем-то, нет. Играю я по-прежнему в разрешении 1280x720, растягивая изображение с 4:3 до 16:9. Игру каким-то образом можно пропатчить, чтобы она поддерживала широкий экран, но я посмотрел скрины после этого патча и сравнил их с моим растянутым вариантом, и каких-то кардинальных отличий найти не смог. Да, картинка совсем чуточку выглядит более пропорциональной, но заморачиваться ради этой чуточки я не стал. Что касается уровня сложности, то здесь Код Вероника X не представляет каких-либо вариантов, так как в игре попросту нет никаких уровней сложности. Ну и ладно. Ну и напоследок затрону перевод. Он, честно сказать, не очень качественный, мягко говоря. Пестрит ошибками, опечатками, но альтернатив ему, к сожалению, не существует. Зато присутствует любительская русскоязычная озвучка от Team Raccoon. Да, она не идеальна, но зато вам не придется читать сабы во время CGI-роликов, что приятно. Первая часть прохождения выйдет в понедельник, 25 декабря. Не пропустите. А чтобы не пропустить, вы можете подписаться на канал, например. На этом разрешите откланяться. С вами был Старпёр. Спасибо, что досмотрели до конца. Всем счастливо.